Здравствуйте, товарищи. Вот поставил трактор на плановый ремонт. Разобрал вот таким образом. Вот промыл радиатор. И там почистил. Здесь все промыл. Вот я вот колонка лежит. Рулевая, я снял ее. Сошка. Вот это все остальные колеса. Кошак ходит. Вот я, значит, вот этот вал, вот этот вал, я хотел поменять со втулками. Так как он самоточка оказался, трактор я брал бы ушный, вот он никак не выбивается. А вот этот люфт, вот этот, тут смотрите. Вот я не знаю, думаю, что он не подойдет. Поэтому вот нашел полураму, выбил с нее втулки. У меня есть втулки, валик все есть. Вот. Вот такую штуку покупать, как они называются, я не знаю, вот этот корпус, штаны, не знаю. Вот он стоит дорого. 10-15 тысяч в магазине. Вот. Вот здесь вот мне надо прострелить отверстие, чтобы сюда поставить кронштейн. Не знаю, может здесь прострелить, да его поставить, если такой люфт. С таким люфтом можно работать. Может мне кто что скажет. Да, мне сейчас самая главная проблема в том, или сверлить здесь, или покупать новое. Поэтому я на раздумье. Пока занимаюсь радиатором. Тут бачки. Вот, надо буду завтра. Ни прокладок нет, ничего нет. Там еще надо запаять 1 соту. Вот. Ну, пока вот на этом все.